Мне надоело бояться заболеть. Вот. Я ограничиваю себя во многом. Я не хожу в спортивный зал, работаю удаленно. В основном живу за городом. Вот. Большое количество родственников у меня переболело, 7 человек. Один очень тяжело, одного мы потеряли. Вот. И я решила принять участие добровольно. Когда пошла информация по телевидению, что начали прививать врачей, я подумала, что вряд ли стали бы рисковать жизнями врачей. Они у нас и так на вес золота. Как бы, и как оказалось, что их недостаточно, у нас не хватает во многих населенных пунктах. И я не думаю, что была такая цель массово причинить вред такому количеству врачей. Вот. И, в принципе, я следую этой логике. Думаю, что если был бы хотя бы какой-то шанс, что люди эти могут пострадать, вряд ли бы их стали прививать.